права отказываться. Ну почему вы отказываетесь? Причина вашего отказа? Боюсь вас. Боитесь? Да. Все ваши органы я боюсь. Привет, Оскар. Да, началось это все, если так быть точнее, с прошлого года. Я на митинг выходил насчет земли. В этом году мы, короче, поддержку, значит, заключенных, политзаключенных, 10 мая выходили. Ну, вот, там я в Ютубе, я есть, в синий такой свитере с белой, значит, полоской. Со мной отец выходил. Вот. И после этого началось у меня преследование, меня начали преследовать. Арест 5 суток, отсидел я, значит, эти 5 суток. И вот уже ближе к 23-му начали повестку. С повесткой приходил, я сказал, что я не пойду. И право отказываться. Ну почему вы отказываетесь? Причина вашего отказа? Боюсь вас. Боитесь? Да. Хорошо. Все ваши органы я боюсь. Вы говорите одно, делаете другое. Вчера участковый, я рассказал, что по поводу огнестрельного оружия. Вы сказали, Харавирик, приходите, мне повестку даете. Вы не могли бы сказать сразу, повестку сам, прикинь, Бауэрм, давай. Зачем так обманывать? А что вас обманули? Он говорит, посмотрим на наличие огнестрельного оружия. Я говорю, в мае месяце... А вы являетесь владельцем охотничьего оружия? Да, в мае месяце, говорит, человек проверил уже участковый. А Тагмет, ты вот говорил... Вот. Он говорит, еще раз проверить. Я говорю, вы что каждый месяц будете проверять? Он говорит, мы имеем право. И ладно, все, согласился. А он мне повестку выдает. Зачем? Он сказал, я тебе принес повестку и все. На, Бауру, все. Зачем обманывать? И как я вам теперь буду доверять? Ну, как вы нам будете доверять? Ну, я не могу я никак доверить. Вы просто сами обманываете. Надо фактически подходить. Вот вам повестка. Все, Гумаров, все, вам повестка. Подпишитесь все и разъясните мои законы. Да? Вы не разъясните, вы говорите, вы требуете что-то. Как будто я преступник. Вам не требую, вас приглашают, я сказал вас, вас приглашают в ДВД. Вы из меня сделаете изгоя, понимаете? Какой изгой? Вот этот забор, это меня то, что это мое вот гражданское право. А остальные я туда уже боюсь, вас боюсь. В этой стране я вас боюсь, понимаете? Хотя я не нарушил никакой закон. Чем вы нас боитесь? Ну, что я не знаю, вот такой вот, вы сделали себе такой этот, что это надо, люди вас боятся. Шнменгерек, люди вас боятся. Вас с вами не общаются, вы курписнерку вытянули, сейчас вы сами себя обманываете. С вами люди, ну не знаю, я, например, в моей круге вот 1000 человек, а с вами никто не общается, и друзья, и родственники, и все боятся вас. К вам никто не жалуется. Саян, сейчас вот ваш отец у нас был уже, он получил разъяснение. Все, все, правильно, вот он... Почему отказываться? Потому что отец мне уже объяснил, так и так балан. Все, бармаймс был, бармаймс. Ну отец ваш был же? Потом еще раз приходили, потом участковый с начальником вдвоем начали приходить. Я отказался, я ничего такого не делал. Если арест, я отсидел, все. Я не намереваюсь и ходить туда-сюда, я не пацан. Вот. Начали пугать меня, я охотник. Начали говорить, если я выйду, значит, на митинг 23-го, то у меня отберут оружие. Вот такие вот. Ну и утром, значит, этот, они начали ездить уже к жене, я не выходил, мне начали звонить, я не брал звонки, к жене на работу пошли, жена их прогнала с работы, она в продуктовом магазине здесь недалеко от меня. Это все происходит в Уральске, да, это в Уральске, я со старого аэропорта, значит, и жена говорит, я не удивлюсь, если 23 числа они будут нас здесь караулить. Действительно, мне рано утром отец звонит и говорит, посмотри, говорит, в окно, говорит, у нас, говорит, этот милиция, говорит, посмотри, говорит, свое окно, у тебя тоже, говорит, милиция не охраняет. Мы смотрим, действительно охраняет. И вот жена вышла и, значит, вот на видео засняла все это. Хочу узнать сейчас. Салям отсидарма. Не істеп тұрсыңыз? Не істеп отырсыз осы жерде? Заң бұзып отырсыңдар. Қараңдар міне. Правоохранительный органдар заң бұзып отыр. Не істеп? Жоқ, қандай причинамен? Сіз дейсің, просто аспаннан түскен жоқсыз ғой. Қандай причинамен келдіңіз, айтыңыз?
Мана участковый, неш сағат болды отырбаған номер. Мана номер. Мана дейтін заң бұзушылық. Менің азаматтық құқымды бұзып тұр. Біз дейтін Қазақстан Республикан азаматтарын біздің құқымызды бұзып тұр. Мана прокурор сияқты, мана қараңыз. Сізге бір не айтты ма? Менің маңдайымда ақмақ деген жазу жоқ сияқты. Менің білімім бар. Міне, қараңдар, заң бұзушылық деген осы. Айтады, Қазақстанның халқы дейді, заң бұзады дейді. Наоборот, бәрі өздері бұзады. Ең бірінші бастайды, халыққа қарсы мұны бұзып тұр заңды. Қандай мәселемен келтірсе, үндемей тұр. Тілдерін жұтып қойған. Міне, қандай мәселемен келтірсіңдер, айтыңдар маған причина. Просто айтыңдар. Мен білгім келеді. Қандай причинамен келдіңдер? Айтыңдар. Айтыңыз, қандай причинамен келдіңіз? Неге келіп тұрсыңыз? Айтыңыз. Мен білмей кетпеймін осы жерден дейтін. Қандай причинамен келіп тұрсыңыз? Айтыңыз. Маған корч көрсетті, сіз құқыңыз жоқ, мен жерден кетіңіз. Мен үйдің алдыма келіп тұр, анжеге өтіп тұрдыңыз, анжеге жігіттер жұмыс істеп жатыр, келіңіздер мен жігіттер, не істеп тұрсыңыз? Не мәселемен келіп тұрсыңыз? Мен қазір мына хозяинді шығарамын, ол айтады, сіз құқыңыз жоқ, не істеп тұрсыз? Сіз кедергі істеп тұрсыз, сіз ворота жауып тұрсыз, машина шығатын. Құқыңыз жоқ сіз дейтін. Жоқ, сіз не, маған корч көрсетіңізші, не істеп тұрсыз сіз? Не істеп тұрсыз осы жерде? Қандай мәселемен келіп тұрсыз, көрсетіңіз? Айтыңыз. Өз шаруамен тұрмын мен. Сізге айтуы. Өтірікті айтпаңыз. Маған лапшаны ілмеңіз. Мен бәрін біліп тұрмын. Болдыңыз өтіріп? Болдым. Сіз айту керексіз, не мәселемен келіп тұрсыз? Сіз дейтін, біздің үйге келіп тұрсыз сіз дейтін. Ал сіз дейтін, неге түсіріп тұрсыз? Мен дейтін. Сіз түсіріп отырсыз, сіз дейтін, мана машинада, служебный машинада отыр, вы не имеете права меня гражданский ресурс снимать, вы знаете это? Вы нарушаете мои права, вы знаете? Түсіріп тұрсыз сіз, түсіріп тұрсыз, мен мына мәселені жіберемін мен, керекті орынға жіберемін, сіздерге санкция салады. Ребята, всем привет. Вот ко мне обратился человек, житель города Уральска, Саян Гумаров. И у него случилось вот это. Я посчитал нужным, что общественность должна знать об этих обстоятельствах и воочию, чтобы мы видели, насколько наши права, в частности, право на митинги, на то, чтобы быть активным, на то, чтобы предъявлять спрос этой власти по тем или иным важным вопросам нашей общественной жизни, находится под запретом, и что бывает за это. Вот сам этот человек много раз уже участвовал, оказывается, в разных протестных акциях, в том числе и по земельным, и вот также участвовал и в недавних акциях протеста, за что был наказан, 5 суток ему дали. Вот, ну вот как-то так. В общем, это наша конституция, это наша действительность казахстанская. Это демократия в кавычках, я бы так ее назвал. В общем, у кого есть что сказать, оставляйте свои комментарии под видео. Будет интересно подискутировать на эту тему. Ну и ставим лайки и подписываемся на канал. В общем, всем пока.